Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport обновился еще позапрошлым летом. В России мы ждали новинку в 2020 году, но в действительности дождемся только к лету 2021. Завод PSMA под Калугой уже приступил к выпуску машин, поэтому официальная презентация состоится в начале марта, а пока объявлены спецификации. В результате модернизации несколько увеличилась длина и высота. Напомним, что свежий Pajero Sport отличается оформлением передней части и дизайном задних фонарей. Изменены бамперы, решетка и вся оптика. Стеклоочистители подогреваются в зоне покоя, а среди опций появилось активное освещение поворотов. В салоне прописались два 8-дюймовых дисплея для приборов и главного экрана медиасистемы Mitsubishi Connect. Центральная консоль полностью переделана. Добавлен электронный ручник и система предупреждения о наезде сзади. А пассажиры второго ряда оценят силовой USB-разъем и розетку на 220 вольт. А вот силовые агрегаты прежние. Это 4-цилиндровый турбодизель и атмосферный бензиновый V6, которые сочетаются с 8-диапазонным автоматом ISIN и полным приводом. Цены мы узнаем совсем скоро, а дилеры откроют продажи внедорожника в мае. На том же заводе PCMA Rus выпускаются каблучки Citroën Berlingo и Peugeot Partner. Последний вышел на российский рынок в конце прошлого года, а теперь подоспела очередь и близнеца Citroën. Технически машины идентичны. Обоим на выбор предложен атмосферный бензиновый двигатель или турбодизель аналогичного объема, сборку которого наладили тут же, в Калуге. Коробка передач пока только пятиступенчатая механика. Есть два типа кузова – короткий вместимостью 3,3 кубометра и длинный емкостью 4 с лишним куба. А вот цены неожиданно отличаются. Фургон Citroën со стандартным кузовом стоит 1 230 000. Доплата за удлиненную на 25 см версию – 90 000 рублей. Аналогичный Peugeot Partner официально стоит ровно на 30 000 рублей дешевле Citroën. Объяснение тому очень простое. По старым ценам Peugeot распродает машину 2020 года выпуска. Прайс непременно перепишут, как только у дилеров появятся автомобили 2021 года.